Вся страна зачитывалась советами похудения от Ларисы Долиной. Миллионы женщин сидели на кефирной диете, как это делала их любимая артистка. Преображением певицу толкнул роман с молодым басистом Ильей Спицейным, тогда ей было 42 года, а ему 29. Влюбленные прожили вместе 20 лет, но в последнее время в окружении артистки заговорили об их расставании. Поводом для подозрений стало то, что мужчина перестал сопровождать любимую на мероприятиях. Раньше пару редко видели порознь, к тому же Илья ее концертный директор. Вскоре Лариса Долина ограничила выходы в свет, поправилась. Поклонники не узнавали вечно худеющую артистку. «Я давно уже завязала с диетами. Просто надоело. Захотелось жить в свое удовольствие. Тем более мне больше никому ничего не надо доказывать», — заявляла певица. Она также добавила, что не может определиться с методом похудения. А кефирная диета, по мнению некоторых диетологов, просто опасна для здоровья. Недавно звезда вновь появилась на публике. Она была в черной обтягивающей юбке, которая показывала стройные ноги. Лицо 63-летней певицы тоже заметно похудело. Однако Ильи Спицына рядом с возлюбленной не оказалось. Пара до сих пор не комментирует разговоры об их расставании, а вот друзья знаменитости молчать не стали. Да, они некоторое время назад расстались. Они нормально общаются. Разве не бывает дружеских отношений между бывшими супругами? И знаете, деньги примеряют кого угодно. Капитал у них есть, зачем делить? Тем более они официально не расписывались, жили гражданским браком, говорил Станислав Садальский. Бывший муж Ларисы Александровны Виктор Митязов утверждал, будто у Ильи есть любовница и ребенок. С артисткой концертный директор видится только по деловым вопросам, все личные отношения между ними давно прекратились. Возможно, звезда решила забыть бывшего возлюбленного и стала больше уделять время себе. Так на концерте Натальи Быстровой Долина восхитила зрителей не только своим джазовым исполнением, но и стильным образом. Она появилась на сцене в платье с пайетками и золотистых сапогах. Лариса Долина просто супер. На нее хочется смотреть, хотя она просто стоит, фантастика, восхищались поклонники в сети.